В рамках проекта партии «Единая Россия» в Одинцово установили 5 детских площадок. Их разместили на улицах Говорова, Новоспортивной, Северной, Бирюзова и улице имени Валентины Чистяковой. Еще один игровой комплекс на улице Солнечной в 8-м микрорайоне находится сейчас в работе. Там уже приступили к обустройству малых архитектурных форм. Площадки эти появляются в результате реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье» и в рамках партийного проекта «Городская среда». Ход строительства контролируется местными единороссами. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации Одинцовского района Михаил Каратаев. Он отметил, что только в этом году по губернаторской программе в муниципалитете будет установлено 7 детских игровых комплексов, 6 в Одинцово и 1 в Кубинке. Площадки включают в себя элементы для детей младшего и среднего возраста и устанавливаются на резиновом основании. Также планируется создание воркаут-зон. На объектах будет предусмотрено освещение и установлены камеры видеонаблюдения. Площадь каждой игровой площадки 450 квадратных метров. В этом году в их оформлении присутствуют 3 темы – замок, море и экогородок. Все работы планируется завершить до конца июня.